Это я, пацаны, привет, здорово, звездный мальчик. Внимание, самая крепкая линейка дремост из существующих, вообще когда-то созданная в дремосте. Внимание, сейчас вообще обалдеете. Ух ты, ва, смотрите, самая крепкая линейка дремост. Внимание, пацаны, смотрите, у меня три вкуса. Просто здесь по две шайбы каждого вкуса. И не просто будет сегодня вкус. Я сейчас не знаю, пацаны, что будет, когда я закину, потому что это реально самая крепкая линейка дремост. В новая, новейшая линейка. Называется она Армагеддон 2000. Действительно, название соответствует крепости Армагеддон. Вот она машинка. Внимание, 200к она стоит. Машинка по скидке ее взял за 160к. Нивона называется, в Швейцарии. И сегодня будет не просто проба, а под кофеек. Вот такой элитный кофеек я взял. Внимание, элитный. И это сегодня буду готовить под дремост Армагеддон. Я буду готовить декаф. Кто не знает, что такое декаф? Кофе декофенизированное. Внимание, у меня есть ланцет. Что такое ланцет? Да, для капучинатора, чтобы пену под молоко, ланцет. Видите, какое молоко я пью? Внимание, смотрите, оно называется безлактозное. Да, без лактозы, абсолютно. Новое молоко еще вообще, оно не открыто. Видите, кольцо здесь есть. Но у меня для этого есть чего? Модная штучка. Тоже не вона штучка. Внимание, вот она. И называется она ланцет. Специально не вона. У меня все, пацаны. Нивона. У меня вот еще наборы Нивона, чтобы ухаживать за своей дорогущей кофемашиной. Так включим его, чтобы долбануть. Внимание, сделаем с вами обалденное капучино. Где вы еще будете видеть, чтобы чувак в лице меня обалденный, чувак харизматичный и фактурный готовил кофе на такой машине за 200к. Да, это я, Нивона. Включаем. Раз, поехали. Пускай прогревается. Поставлю на прогрев. О, видите, тоже Нивона. Нивона, Нивона, Нивона. Не видно. Написано здесь Нивона. Вот он, ланцет. Внимание, чтобы не наливать в емкость никакую, специально создан ланцет. Берем вот так вот. Видите, тут такая вот острый наконечник. Вот так вот беру. Раз. И с криком «Дворецков! Дворецков!» пробиваю ланцетом. Видите, пробил ланцетом. Чик. Здесь отверстие есть под трубочку. Все. Отсюда будет брать ланцет молоко для капучино. Вот сюда вот трубочку в этот ланцет вставляю. Все, готово. Так, машина поставлена на прогрев. Итак, пацаны, откуда? Прям кубышку. Как я рад, что я взял себе чего тачку, машину уже езжу. Ладно, пацаны, вот он, смотрите. Так поддевали, вот так вот. Можем ногтем поддеть, и очень нормально, отлично открывается. И слюду сдерем, слюду. Давай, слюду возьмем. О, уже погрелось. Так, раз. Обалденная кружечка. Кстати, не дешевая. Дорогущая кружка. Вот я взял кружка дорогущая. Не знаю, полторашку может стоит. Так, пролил, бесит. Вот так вот. Я помыл ее чистая. Вода здесь, видите, даже здесь промочил свою куртку. Но она милитари, что же ей будет. Подставляем. Машинка 200к стоит, внимание. Чего? Беру свой фолт, нажимаю. Приложение Нивона, нажимаю «Приготовить кофе», чик, и нажимаю, и хочу капучино, нажимаю капучино, смотрите, капучино нажал, оп, видите старт здесь, и сейчас она начнет готовить, раз, два, три. Опа! Обязательно поставьте чашку достойного объема перед началом приготовления. Видите, предупреждение. Ладно, поехали, старт. Оп, все. Она начинает молотить. Начинает молотить, отсюда брать зерна. Декофенизированные, то есть без кофеина зерна. Большой экран, здоровенный, 200к стоит. Отлично, поехали. Сейчас будет наливать сначала, я поставил первым кофе, а потом отсюда из ланцета будет брать молоко. Идеально! Вот так вот, Армагеддон 2000 дремост. А потому что, смотрите, сразу видно даже в природе окраску у животных, у зверей разных. Она какая? Агрессивная, то есть типа красная или оранжевая. Значит, ядреные звери. Значит, с ними лучше не связываться. Здесь то же самое, пацаны, смотрите, пока готовит кофе. Во, уже видите, кофе налила она. Сейчас будет отсюда брать молоко. Погнали. Качает. Помпа качает. Сейчас пену жучит. И на экране все здесь отображается. Машинка 200к, но она стоит своих бабла. Красные рассветки шайб нам говорит то, что это действительно дремост, самая крепкая, пацаны, линейка. И она очень ядреная, с огромной крепостью. Я признаюсь, я боюсь ее даже, короче говоря, вообще вкидывать. О, капучино. Заберите капучино. Хорошо, забираю капучино. Ай, посмотрите, какая офигенная прелесть. Ну, это 200к тачка стоит. Машина имеет в виду. Готово капучино мое. Ну-ка, понюхаем. Ну, как гениально. Оп, так, если я не собираюсь дальше делать кофе, капучино или латте, или латте макиато, промойте взбиватель обязательно, извлекаю трубку, начать.
пускай промывает, взбивает. Пацаны, три вкуса. Предельной крепости. Крепость вообще предельная. Если сейчас я его заложу, я представляю, пацаны, что со мной вообще будет. Так, роликсы я одел. Роликсы непростые. Роликсы субмаринеры Див. О, промыл. Вообще не раздражает. Кстати говоря, здесь есть еще пацанма, подсветка бака. Как хорошо жить в соло. С милфой не гасишься. Тянки никакой вообще нету. Все бабки трачу столько на себя. И вам желаю не брать себе тянку, а я себе, может, я и возьму. Но неохота брать. Так, вот мое капучино. Будем под капучино. Три вкуса в предельной крепости. Дремост, Армагеддон 200. Ранее были линейки от Дремоста 25 мг. Потом была 75 мг никотоса. А потом была 150 мг никотоса. Внимание, здесь походу 200 миллиграмм никотоса. Сколько они здесь закачали? Никотоса, я даже не знаю, как можно сюда было уместить такое количество никотоса. Это только они пишут 200, на самом деле по ощущениям это гораздо больше. Как пишут температуру, допустим, за окном 10 градусов минус, а пишут, ощущается как 17. Так вот, здесь 200 миллиграмм никотоса, а будет ощущаться 500 тысяч. Не знаю, посмотрим. Три вкуса, внимание, смотрите, в красном цвете шайба. Естественно, пацаны, все ссылки я оставлю внизу в закрепе, в закрепленном комментарии под этим видео. Там, где я брал Дремост Армагеддон на обзор. Внимание, пацаны, первый вкус — это вкус спермент. Второй вкус — эвкалипт мент. И третий — черри пейпер. Вот это меня вообще не раздражает. Черри пейпер. Напиток такой есть. А, доктор пейпер. Я сейчас его вообще откуплю, вот этот доктор пейпер. Так, тут написано, смотрите, Дремост Армагеддон. И видите, как голограмма переливается. Голограмму сделали. Так, ну что, пацаны, проверим на вторяк. Вторяк. Раз, два, три. Нет, подождите, капучино. Давайте, пацаны, за вас, за нашу холостяцкую жатуху. Ой, как вкусно, какие насыщенные зерна. Видите, здесь могу ставить любые свои заставки. Я поставил свою заставку сюда. Заставку Ютаба, аватарку. Так, написано здесь, пацаны, пищевой ароматизатор. Вообще не раздражает. Так, Армагеддон, ага, Армагеддон. Армагеддон 200. Ладно, вторичок. Тут купим на вторяк. Да, есть все отлично. Место для вторяка вообще присутствует. Так, теперь беру. Смотрите, как открывать. Потому что многие не знают, не умеют вообще открывать. Я открываю так, не ногтями, ногти я не похаблю. Беру от вторика крышку, вот так вот раз, и нащупаю. Оп, все, нащупал. И вот так вот провожу. И она как режет, разрезает. Оп, все, готово. Она чикнула, щелкнула. Ладно, первое открытие. Ух ты! Посмотрите, такие розовые, розоватые. Я даже, короче, пацаны, вообще нюхать боюсь. Такая мощь никотоса даже может прошибить через слизистую. В принципе, даже можно не закидывать. Повторяю, самая крепкая линейка Дремост. Такая крепость, что вышибает. Короче говоря, все на свете. Так, внимание, как я и думал. Внимание, точно. Доктор Пейпер. Доктор Пейпер, смотрите, точно. Такой же запах пищевого ароматизатора рынки. Вишневый, вот этот вот открытый. Кровина доктор Пеппер вообще чистый. Второй мы берем. А, так, это походу классический, видите, спермент. Тоже беру вторика, крышечку. И прорезаю. Короче говоря, вообще идеальный, отличный способ. Я уже ногтями вот так вот не делаю. Тем более ногти, смотрите, вообще постриг. Как всегда, мозоли у меня присутствуют. Сами знаете, о чем мозоли. Все пишут, говорит, ты же в соло живешь, значит холостяком. И там мозоли. Сами понимаете, они на что намекают. Ну, конечно, не от этого. Мозоли навряд ли этим поставят. Вот. От турника. Здесь турник. Кстати говоря, занимаюсь на турнике. В качалку я уже не хожу. На турнике занимаюсь, знаете, что я заметил? На следующий день, как и после качалки, вообще упитать. Так вот вопрос, стоит ли заниматься качалкой и на турнике, если у нас еще день, типа, уставший и убитый. Вот вопрос под вопросом. То есть ты работать уже на самом деле не можешь, по тянкам ходить не можешь, на тачке не можешь ездить куда-то ехать, в ТЦ там куда-то там кофеек пить. Поэтому я даже не знаю, стоит ли качаться или нет. Армагеддон, да это еще Дремост. Так, спермит. Откупим кубышку. Так, уже совершенно другой цвет. Смотри, такой вот, как бы, такой приятный цвет, такой желтоватый, как бы. Нет, скорее всего, он песочный. Да, спермит, ой! И такой, причем не просто спермент, такой бьет нос. Внимание, он сладенький, как вот эти вот именно жвачки спермент. Вот эти жвачки, короче, идеально. Идеальный вообще запах. И откупаем последний, третий вкус в линейке Армагеддон. Вот Дремоста. Это уже эвкалипт мент. Это не раздражает. Классические вкусы, да еще внимание. И с эвкалиптом. Армагеддон. Сейчас у меня такой будет во рту Армагеддон.
Так, опа, уже другой, совершенно другой цвет, уже лимонник такой, лимонный, желтый. Внимание, как вы видите, слимпаки, и уже здесь видно, что много они туда накладывают, много сырья, посмотрите, и все сырье прямо пропитано чистым никотосом. Паки толстые, на разрыв, да, крепкая целлюлоза, не бесит. Внимание, посмотрите, какой жвачек, посмотрите, какой классный, обалденное стоит оборудование, какой классный здесь запай, черт. Ну что, пацаны, о, эвкалиптом, да, давай, кофейку долбанем. Сама отключится. Таймер ставится, сама отключается. Превосходно. Ладно, пацаны, доктор Пеппер, на нем остановимся и его долбанем. Сейчас я вижу, что хорошо бабки делают, знаете, на чем? Игры разные играют в игры. Хорошие бабушки зарабатывают. Разнообразные стримеры. Может быть, мне тоже стоит переключиться на стример, на стримы, так сказать, с этим клоном. Жать кнопки, а на экранах будут такие вот бегать. А внизу будет моя что? Сами понимаете, что? Ссылка непростая. А, наверное, реферальная. И по ней будут играть. О, напишите в комментах, стоящее ли это дело или нет. Стоит ли переходить на такой формат с обзоров? Я не знаю. Но обзор это классик. Как же без никотосовой продукции обойдусь? Да никак. У меня знакомый один недавно брал, залез на Тиндер или на Баду, не помню на что. В общем, жаловался. Говорит, да, я говорю, ну как? Как? Я знаю, что он залезал, ходил себе тёмку. Я его спрашиваю, ну чё, как? Переписывался с ним. Он мне, короче, поведал то, что такие персонажки попадают. И говорит, уже, говорит, с пятерыми, говорит, переписывался, говорит, созванивался. Лучше, говорит, туда не залезай. И лучше вообще там, говорит, никого не брать. Я ему говорю, а где же надо хватать, брать тянок? Он, ну, не знаю, вроде как на улице лучше где-то там подходить. Ну, внимание, второе выплывает здесь. Западло подходить. Ну, кто будет из вас подходить? Я не хочу кому-то подходить на улицах. Они всех с телефонами и набивать им карбону. К ним же, если подходишь на улице, о, сама отключается автоматически машина. Ты этим им корону ставишь на голову, потому что повышаешь ихнюю самооценку, и все. Вот что только ты добьешься, и все. Конечно же, пацаны, я откуплю Dreamost Armageddon 200 Cherry Pepper. Я его называю Доктор Пеппер. Отлично. Cherry Pepper я откуплю кубышку. В общем, пацаны, это вообще идеальный снус, потому что я уже знаком с линейками Dreamost. Просто конфетка, просто супер, просто конгениально. Откуплю кубышку повторно. И идеально, что сделали они красные, красные, запоминающиеся. Посмотрите, такие шайбы. Какие классные наклеечки, видите, металлизированные, как голограмма. Ладно, пацаны, давайте попробуем, пацаны, закинуть этот снус Армагеддон Дремос. Так, беру пак, вот этот пак беру. Я знаю, что несколько секунд, совершенно несколько секунд, только я заложу его по слизи, и меня сразу вообще долбанет. И поэтому мне нужно приготовить чай-воду. Из-за места, пацаны, таза баклажка я взял. Ладно, пацаны, промоем мы рецептуру. Что же это такое? Армагеддон 2000. Еще название такое отпугивающее сделали. Мало ли, еще шайба, мало того, что красные сделали. Еще и Армагеддон они вообще назвали. Ладно, пацаны, берем вот этот красный пак. Я знаю, что тут столько никотоса, он просто никотосом пропитанный. Он просто сочится никотосом. Давайте кристалл дадим. Фух, мама дорогая, ладно, спаси меня, роди меня обратно, мама. Готовлюсь, пацаны, готовлюсь, потому что я знаю, что это просто лютый трэш будет. Это лютый будет шедевр. Ладно, раз, два, три, пять. Вышел до резко погулять. Заложил. Все, пацаны, заложил. И, короче, сразу моментально вообще жечь. Потому что, естественно, здесь соль. Для чего соль? Чтобы никотос лучше, как вы знаете, впитывался в чего? Да? В слизистую оболочку. Внимание, все. Это Армагеддон, пацаны. Сразу моментально вообще вкручил. Пацаны, это Армагеддон. Главное не сглатывать, короче говоря, слюну. Потому что если сглатывать, будет все. Пацаны, 100%, 1000000% оправдывают свое название и раскраску к шайпу. Внимание, это Армагеддон. Кусь. Сейчас бы тянка была со мной рядом, и она бы провинилась бы вот так вот очень сильно. Внимание, допустим, ну, не дала, что бы сделал. Я бы ей дал бы специально этого Армагеддона. Пускай ощутит всю прелесть этого, внимания, пацаны, снуса Армагеддон. В общем, сразу же моментально хватает. Невозможно его держать, потому что он очень сильный, очень хорошо впитывает слизистую, очень обалденно. И такой ядреный, крепкий. Армагеддон. Внимание, просто взлетаю сейчас в стратосферу. Внимание, сейчас вообще буду скидывать, пацаны, потому что большая, обалденная крепость. Внимание, самая крепкая линейка Армагеддон в линейках Dreamost. Потому что, еще раз говорю, до этого были 25 миллиграмм, 75 миллиграмм и 150 миллиграмм. Здесь же 200, но ощущается как 500 тысяч. Так, красный весь стал. Внимание, все расслабило. Все. Дай. Вот давай, выудим. Доктор Пеппер, баклажку беру. Нет. Так, попробуем.
Вот есть, не захотел, короче, пацаны, баклажку я, куда я попал? Я сейчас же ничего не контролирую. Где вторяк есть? Вот он, вторяк. Я не стал баклажку, потому что оттуда не хочу выуживать. Вот вторяк, вообще не бесит. Можно его, короче, везде, походу, вкидывать. Быстрее получить. Пацаны, Армагеддон. Вообще Армагеддон, короче, крепкий, ярый, сильный вообще. Все сносят на своем пути, как шторм какой-то. Но чуть-чуть заложил и все срубило. Внимание, линейка реально для самых стойких. Не забывайте, что внизу ссылка будет на мой телеграм, на мою телегу. Кто не подписался, кто тот идиот. Там увидите мою тачку, кто еще не видел, я взял. Короче, я не знаю, что есть за крепость. Я не знаю, сколько никотоса закачали. Промывать надо и промывать, внимание, рецепторы. Потому что ты скинул, а все равно здесь никотос-то остается. Во рту, внимание, видите, черри пеппер, действительно, вишневый, вишня такая, вот этот вот именно вкус доктора Пеппера, здесь он называется черри пеппер, дремост. Фу, реально, пацаны, короче, во рту реально Армагеддон сносит, и в голове точно вот такой вот получился Армагеддон. Внимание, никотос поступил, все вот так вот расслабило курочкой, вот так вот пошел, и что самое главное, идеально, приятное вообще воздействие. Внимание, для самых стойких, то есть заложил, и сразу он, короче, шибает, вот так вот сразу, вообще вот моментально, вообще бьет. Молодцы, Дремост, что сделали 4 линейки. Теперь у них 4 линейки на разные крепости. И можно выбрать. Вот это вообще идеально, когда не один выбор. Видите, даже слова заплетаются, потому что никотоса уже много. Я в кровь хапну. Вообще вот такая вот голова. Вообще такой приятный, такой передозик. И сразу чувствую, что никотосик здесь медицинский. Очень крутая вещь, пацаны. Просто крутая. Ладно, давайте, может, капучино мне поможет. Потому что скинул ты скинул, а никотосик все равно продолжает там оставаться. Вообще круто. Нет, тянку лучше не брать, потому что, во-первых, бабло тянет. А мне не нравится, когда с меня тянка тянет бабло. Она вроде как не тянет, но все равно она будет тянуть, потому что туда пойди с ней, туда пойди, там бабло отдай, там в ресторан, там ногти, потом, не дай бог, скажет, волосы ведь делай. А внимание, если еще дойдет до того, чтобы делать себе детенка, который впоследствии отнимет у меня мою квартирку, которую я купил, внимание, похатим. Не дают, не дают, задерживает, потому что такой застрой, задерживает, и все оттягивает, оттягивает, потому что какие-то там у них сложности, как я уже говорил, с сервитутом, то есть сервитут — это прокладка коммуникации, откуда подключиться, а так дома все стоят уже готовы. Внимание, сколько это будет длиться, я не знаю, поэтому все ждут хату, я знаю, тачку обещал, я взял, да, я сам хату жду. Думаете, я сюда хочу, что ли, тянку приводить, в эту хату, конуру, здесь все по-советски, аутентично, Брежнев висит, кровати он не меняет, ничего, окна не меняют, на платье. Пластиковое дерево стоит. Старая застойная советская. Нифига воткнула Дремост. Ладно, все ждут. Удар по твизде. Что такое удар по твизде? Это краш-тест шайбы. Ладно, берем вот шайбу. Даже возьму, которую я открыл. Вот видите. И раз. Ты чего? Я тебе говорил, что не тяни с меня деньги. Я представляю, что это тянка. И она с меня стянула деньги за волосы. Делать волосы. Я тебе говорил, что я не дам тебе деньги на ногти, на волосы. Хватит тянуть. Ты на ту неделю уже делала. Да еще денег. Хочу опять пойти на ногти. На ногти? Я тебе давал на ту неделю бабки. Раз. Два. С оттяжечкой. Три. Внимание, смотрите, полностью целая шайба, только отлетела крышечка от вторика. Все, то есть краш-тест, шайба прошла, очень хорошо держится, то есть какие-то стрессовые ситуации, шайба будет в полном порядке. Ну, крышка отлетит, ну ладно, но у нас же в полном порядке, наш-то, видите, снусик-то, он не тронутый, поэтому краш-тест, шайба вообще прошла. А деньги они тянуть, мастаки. Вот если с кем тусуются, с красивой тянки, думаешь, а я говорю так, да, она с ним тусуется, с каким-то пацаном, отними у нее бабло, все, отними, эта тянка сразу ноги сделает, сдует как ветром эту тянку, вообще ее не видишь, потому что она держалась с этим дурачком, с каким-то либо там богачом, блогером и так далее, только из-за его бабла. В общем, пацаны, Армагеддон, реально, Дремост 200, чувствуется, как не знаю сколько здесь закачали, столько никотоса, что все, вообще просто перешкал. Короче, вот так вот все обволакивает, расслабляется. Фух, короче, пацаны, ядреная вещь, ядреная штука. Ладно, пацаны, продолжаем чилить на хайпе, на стиле и с баблом. Внизу ссылка, еще раз говорю, на мой телеграм, там еще есть чат для фанатов. Ладно, за вас, пацаны, капучино, звездный мальчик, долбанет, и продолжаем молодеть. Смотрите, какая четкая стрижечка, на бачок я сделал, уже подросли волосы, недавно постригся, и вот такая вот у меня обалденная
шутку. Ладно, пацаны, за вас. И продолжаем чилить в соло на хайпе, чтобы быть на стиле и с баблом. А если у кого-то нет бабла, радуйтесь, потому что когда кони будете отдавать в конце жизни, вы будете рады и довольны, что вы ничего по себе не оставляете. То есть терять-то нечего, это отлично. А у тех, у кого много бабла и много что кто-либо нажил, у вас нет бабла, а у него есть. Ему-то он будет кони, как и вы, отдавать в конце жизни. Ему есть что терять, а у вас нет. Ну, отлично. А еще меня радует то, что если в конце жизни отдавать кони, почему я такой довольный, то есть помирать кто будет, каждый из нас будет помирать, внимание, почему и на позитиве? Потому что это греет, что ты кони будешь отдавать не один. Все отдадут кони, все, так сказать, разлагаются и гниют. Поэтому долбанем за эту маню классную философию. Долбанем. Капучино. Вкус у этого снуса просто обалденный, шикарный, чистый. И во рту у меня сейчас капучино, и от снуса дремоста, армагеддона, вот этот вот вкус черри, вишенки распространился. Просто вообще кайф. Можно использовать даже за место гаммы жвач. Круто. А никоту с ним временем, никоту еще не отходит, он все равно здесь остается. Я думаю, где-то через час только весь выйдет. Час я буду находиться в таком расслаблении. И очень приятно. А с вами Дворецков, непростой. Что делает Дворецков? Правильно, пацаны, вмешивается. И я сейчас опять очередной раз что сделал? Правильно, вмешался. Я люблю своих фанатов. Делаем дело.